Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 573 упражнение. Прочитаем задание. Выберите подходящее прилагательное для описания погоды на сегодняшний день. Составьте с ними предложение и разберите их по членам. Итак, давайте выполним. День сегодня ясный, холодный. Подчеркнем подлежащее, сказуемое и обстоятельства. Когда? Сегодня. Небо высокое, ясное, ярко-синее. Воздух легкий, морозный. Снег глубокий, рыхлый, зернистый, ноздреватый, темный. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.